Ребята, здорово! Вы находитесь на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. В общем, друзья, вышел в лес. По пути собираю пихтовую живицу, смотрю грибочки. Но лисички мне пока не попадались. Пока что только вот пихтовая смола. Уже одну пихтушку уже обработал, набрал, в общем, вот, друзья, смотрите сколько. Ну, я не полностью, не на самый верх лазил. Сейчас маленько похожу еще. Пошел, думаю, друзья, с ночевочкой поискать новое место для нового лагеря. И будем обустраивать лагерь. Не знаю, взял с собой сегодня гамак, печку-щепочницу, что-нибудь приготовим сегодня с вами. Ну, в общем, такое любительское видео сегодня у меня будет. Так что, друзья, идем сейчас, собираем смолу. Кстати, кому нужна пихтовая живица, не стесняйтесь, пишите мне ВКонтакте, я отправлю в любую точку страны. Так что, друзья, ладно. Погода сегодня. Сегодня, кстати, всю ночь у нас лил дождь. Днем вроде вылезло солнышко. По интернету обещают, 2 дня будет жарко. Так что вот, пока погода есть, надо успевать пособирать наши сибирские лекарства, дары наши Сибири матушки. Так что ладно, идем дальше. Ну а вот такие шишки внизу вообще увидишь редко. Это очень редкость. Обычно на солнечной стороне только. Видите, сколько стекает. Иной раз встретишь, прям вообще за раз можно стакан набрать. Я использую желобок цинковый и бутылочку, кстати, из-под Ясона. Еще раньше у нас парфюмерную продавали воду. Вот, пользуюсь ей. Пихтовую живицу, друзья, собирать маленько дольше. Кедровую полегче. У нас ее принимают, можно сдавать, но я не сдаю, у меня люди заказывают на лекарства, на это, экземы, кстати, ей сводят, мокрые экземы можно вылечить, кстати, мажешь, и потом кожа новая зарастает, а старая шелушится. Также люди берут на мази. Кто на что, друзья? Подрезаем прям. Быстренько вот так. Раз. Каждую шишечку надо подрезать, она стекла. Я как-то уже руку набил, все зависит от вашего опыта. Еще, ребят, мне многие из вас пишут, что это как-то вредит дереву. Кстати, вот такой вот сбор никак он не может вредить дереву, потому что, друзья, я только протыкаю верхний слой коры самой, вот этой. Вредит дереву, друзья, это когда собирают смолу
под сочкой, то есть сдирают полностью весь слой коры до самой древесины. И уже древесина, чтобы залечить свою ранку, она уже отдает весь этот, ну, весь свой сок, всю свою живицу отдает на залечивание раны. Вот. А вы, получается, кто собирает под сочкой, когда сдирают и ставят желобок там, канистру ставят, это вот неправильно. А вот такой способ, ничем он не вредит, друзья, дереву. Сейчас я вам покажу, что происходит через несколько лет с данной спихтой, с данной скорой, с живицей. Я думаю, видно. Остаются вот такие порезики. Они уже залечены полностью. Вот порезик. Это собирали смолу примерно лет 10 назад. А может и больше. Вот. И никак это не навредило данной елке. Елка живая. Вот. Зеленая стоит. Так что, друзья, вот так вот. А то многие пишут, что ты режешь кору, дерево потом сохнет. Вот я срезаю, друзья, вот, раз, и все. Эта ранка потом затягивается и обрастает корой новой. И при данном сборе желательно, друзья, одевать очки, потому что эта живица, она, если вбрызнет глаза, можно остаться без глаз. Она просто разъедает глаза. Собирать, ребят, данную живицу лучше в теплое время года. Ну, желательно летом, там, в июне, в июле, в августе месяце. Когда на улице стоит жара, она так лучше бежит и быстрее набирается в бутылке у вас, чем нежели вы будете собирать ее в холодное время года. Фу, остановился, ребята, выпить чайка горячего. Взял с собой в термосе сегодня чай. Не знаю, сейчас маленько отдохну и пойду дальше искать пихты. Желательно пихты, друзья, искать на южной стороне, потому что на южной стороне больше шансов набрать много живицы. Также, друзья, живицу принимают у нас еще в заготовительных конторах. Цена у нас ее литр, либо килограмм, стоит 3500 рублей. Я ее сдавал раньше, но сейчас не сдаю, потому что это нужно ехать в город, далеко ехать у нас. Поэтому у меня люди вот так вот ее заказывают. Так что, если еще раз повторюсь, если кому надо, пишите, заказывайте. 500 грамм, 1000 рублей у меня стоит. Вот так вот людям, если. Я много не беру, друзья, потому что понимаю, что люди берут на лекарства, не на перепродажу там куда-то, допустим, а чисто себе. Здоровье, друзья, не купишь ни за какие деньги. А вот так вот помочь людям надо. Ветерок у нас поднимается. Сейчас маленько отдохну и дальше в путь работать, друзья. Так что в тайге деньги есть, ребята. Нынче и шишка есть.
Но шишку что-то нынче она падает, ее сразу бурундук это расщелкивает. Взял с собой топор на всякий случай. Мало ли, может, правда придется заночевать, ребята. Поэтому топор пригодится. Также взял с собой пенку, каремат. Не знаю, сейчас маленько пособираю, да. Что-то хочется кушать. Сготовим что-нибудь. Надо еще найти воды, ручей какой-нибудь, с водой надо поискать. Ну все, ребята, в добрый путь. Что-то это какая-то старая пихтушка. Живица вся высохшая. Не особо бежит. Вот они, старые резы. Вот это уже примерно года два назад где-то собирали люди. Вот видно резы. Вот на солнечной уже лучше бежит. Есть прям вообще большие шишки. Прям много за раз стекает. И, друзья, еще многие спрашивают, как ее сохранить, допустим. Вот, вы набрали живицу, принесли ее домой, слили, допустим, в эмалированную, там, в чашку, в кружку, в кастрюльку. И ставите на печку, не доводя до кипения, а доводите ее до более жидкого состояния. И процеживаете через двойные капроновые колготки, желательно, чтобы никакого мусора не было. И потом процедили, перелили ее в бутылку, там, в пластмассовую, желательно. И ставите в холодильник. И она у вас сохраняется. Она может так стоять хоть сколько. И в любое время можете ее использовать. Вот эта пихта попалась, такая более-менее пышная, такая смоленистая.
Ее можно нормально собрать. Тут прям на каждом сантиметре, считай, шишечки наливные такие, смоленистые, сочные. Редко такое встретишь. Ну, хотя, смотря какая сторона, еще раз говорю, есть солнечная, есть... И, кстати, южная, есть северная сторона. Вот на южной стороне более такие попадаются шишечки. Прям можно набрать и быстро, и без усилий. Вон она вся, до самого низа, главное. Шишечки идут. Истекает так-то помногу, ребят. О, почти полная уже. Еще маленько и второй бутылек будет. Это получается пол-литра собрал за какой-то час. Час с чем-то, наверное, где-то. Полтора часа где-то, в общем, ребята, если для точности. Вот, и по кругу ее пошли оббирать. Вот, настоящие живые деньги, ребята, бегут в бутылочку. Так что главное не лениться. А с утра до вечера, друзья, можно набрать, вот, по моим подсчетам. Ну, все зависит, как вы собираете, как вы набьете себе руку. Ну, вот, я собираю, допустим, с утра ухожу, в 8 утра вышел, в 5 часов вечера у меня уже 1,5-2 литра. 2 литра это уже максимум. Больше я не могу. У меня просто рука потом отваливается. Ну вот ее до самого низа можно ее шерудить. А иной раз идешь и пусто, друзья, нету вообще. Стоят пихты, а шишечки смоленистых нет. А это прям попалась такая добротная пихтушечка. Раз говорил, у нас лес уже старый. Надо обновлять. Идем дальше, друзья. Ох, что-то плечи уже от рюкзака заболели. Надо, наверное, рюкзак уже скидывать. Она есть какая-то тут белая еще встречается, живица. Маленько под вид, как мутная. Все зависит от возраста пихты. Сейчас рюкзачок сбросим.
Ну вот уже и осень наступает. Листва падает. Август месяц. Вроде должно быть лето, а что-то береза уже листву сбрасывает. Вот такие вот есть наливы. Шишечки смоленистые. Прям большие. Так вот потихоньку, не спеша, чтоб не брызнуло глаза, главное. Собираем ее. Увлекся, ребята, так, что и покушать некогда. Затягивает это дело. Сбор живицы. Ова. Даже аппетит пропал. Поначалу вроде хотел кушать. А сейчас и кушать не хочется. Сильно затягивает, ребята. На ходу только пью чай. О, хороший. Шишечки.